России, город Челябинск. Замечательный сорт, одинаково хорошо растущий, как в открытом, так и в закрытом грунте. Плоды вытянутые, с вытянутым носиком, за что, видимо, и получили свое название. Царевна-лебедь. Вот они, такие. В кисти по 6-8 плодов. Средний вес 120-180 грамм. Растение нуждается в уходе, в подвязке, посынковании обязательно, подкормках. Ну, и, конечно, своевременной уборки плодов. У меня подходит время съема плодов, поэтому я снимаю не только плоды, но и видео. Вот такая красавица. Царевна-лебедь. Причем поливами особо я ее не баловала, ввиду близкого расположения винограда. Но, тем не менее, как видите, растение растет, развивается, плодоносит активно. Замечательный сорт. Рекомендую к выращиванию всем.